Три дня до кубка я пил. Кажется, Олег Викторович не в курсе последних событий и даже не подозревает, что его уволили с должности главного тренера. Почему без стука, молодой человек? Вы кто? Я хочу представить вам нашего нового преподавателя физкультуры. Очень много наслышан о вас. Вы живая легенда. Вы пришли в регби. Это был ваш выбор. Если бы была возможность что-то исправить, я бы обязательно это сделал. Олег, 20 лет прошло. Успокойся. Подробности я не помню. Думаю, что после того дня тебя в моей жизни уже не стало. А что, Олега Викторовича, третий день? Вы звонили? Доступно. Олег Викторович пропал.